Всем здравствуйте. Время 13:20, 23 ноября, снова на водоеме. Разбурился, каши накидал, как обычно. Сейчас минуток 10 собираюсь и будем пробовать ловить. Вчера купил я вот таких вот, кого я купил-то вчера. Вот таких вот штуковин еще попробовать. Вот это какая-то мягкая. Не знаю. Эксперименты будем проводить опять. И блесенок. Сегодня будем ловить на палец от курицы. С косточкой. С блесной. И вот эти фиговины попробую, как они там называются. Не знаю. Рачки, бокоплавы какие-то. И вот такая блесенка будет сегодня у нас. Новая. На трофейную. На трофейную рыбу. Эх. Прямо думаю, вообще сразу возьмет. Красивая же, но. Первая поклевка у нас на палец. Ну пойдет, что. Все, будем теперь ждать огромную трофейную рыбу. Когда-то она уже должна прийти. Четвертый, наверное, раз я получается на этом месте. Или пятый, четвертый, наверное. Суббота был, сегодня у нас вторник. Вот так вот, яркая, хорошая. Еще хотела полить ее, но уже не стал. Холодильник спрятал еще. Думаю, если что, потом еще полю, попробую. Для запаха. Вот такие дела. Ну ладно. Клюет, то уже хорошо. Так вот, процесс у нас и идет. Поймал я четвертого ротана. Самый клев начнется, наверное, позже. Выход крупного. Это хорошо, что так вот хотя бы уже. Четырех уже поймал. Вот, все, большой взял. Это вторая лунка, в первую я трех поймал. Всех поймал у дна. Этот, получается, вот глубина. Вот на таком уровне начал клевать. Может, весь верхом в камышах ходит. Пробурил одну лунку новую. Не знаю, каши я, как обычно, туда накидал. Будет там кто не будет. Когда с парнями были, там глубина около 2 метров оказалась тоже вот в этом проходике. Может, там в яме как раз вся рыба и окажется. Что потом проверим. Через пару часиков туда подойду. Все, какой-то там может быть мелкий был. Я в прошлый раз не поймал его, наверное. Если там те были, они сразу брали активно, довольно-таки хватали. Здесь, видимо, не заглотить ему. Красиво, вкусно выглядит, но не заглотить. Ладно, пойдем сейчас дальше. Вот он, ага. Сразу поклевка пришел. Здесь кишки, 2 лунки, вот это и вот следующая возле вон бутылки. В переходе, вот в средней получается, где корыто. Это одна из самых уловистых была лунок. А в средней я поймал за 3 дня 4 штуки, вот такие, грамм 300, наверное, все. 1 грамм 400, наверное.
3 в один день. Было какая-то хорошая такая поклевка. Флешка у меня только, оказывается, занята на 16 минут, что ли, мне кажется, записи. Так что не знаю, что засниму. Или болтовню одну, а рыбу не засниму. Либо засниму одну рыбу, но не болтовню. Но так как я поговорить люблю, наверное, итог мы будем смотреть уже дома. О, нет, такой казался здоровый, тяжелый. Может быть, это не он. Пришел на лунку, на первый круг, на который я в первый день поймал 26 штук в итоге из 50. Которая меня очень-очень радовала. Потом на ней было все хуже, хуже, хуже. Но не знаю, попробуем. Рыба стоит на прикормке, кашу трескает, видимо. Может быть, все съела. Сейчас солнышко выглянуло, до этого солнышка не было. Периодами у нас сегодня снег идет целый день. Тучка находит, снег сыпет. Маленько начинает прояснивать, вроде следующая тучка. В общем, в лунку в одну заглядывал, нифига не видать. Солнца не было. Осталась там каша или не осталась? Ну, что-то не хочет. Такая красивая прикормка. Не знаю, как он назывался. В общем, такой какой-то переливается с блестками, не с блестками. То ли ратлин было написано. Оли, как? Не знаю, но в общем, мне он прямо такой вообще понравился. Представлял уже, как я там в магазине, глядя на него, ротанов здоровых тягаю. Продавцы искали, что я только деньги пустую трачу. Ротана надо варить на шкурку куриную или на сало. И удочку такую ищу по магазинам уже с прошлого года. Никак у них то ли завозов не получается с такими. Сказали, тоже надо. Я говорю, ротана ловить. Смотрят как на дурака и говорят, что ротана можно и на березовую палку поймать. Вот так вот тут. Алло? Алло? Здорово, говорю. Привет. Что, я еще на большом я. Но. Самый крупный что-то 500 был. Ну вот я сейчас вот грамм на 300 поймал. А так у меня в этом году самый тут получается 520 или 525, вот я там на ютубе выкладывал, вот так вот. Снова поменяли плещенку, попробовал я, вот с каким-то камешком или что это там такое. Так я с той лунки никого и не смог выцепить, она как-то ее... сделать, чтобы болталось тут кое-что. Шкурка тоже с лапки. О, вот такой, блин.
лет, наверное. Может, не будет цеплять, болтать. Попробуем. Надо пробовать. Шипзик. Никак не получается, когда уже жду, когда поклевка вроде начинает происходить, камера включать, думаю, только подсечки заснять, и никак не получается, обычно сразу не вытащить все, и даже потом не клюет. Так, вот такое мелюзгу выловил. Крупный пошел, видимо, спать. А эти вышли. Маленькие засранцы.